Форум Профан Регата. Мы стоим на акватории Мазурских озер. Это панорамный вид. Мы бросили якорь. У нас 4 парохода. Вот, свежий, сильный ветер. Мы стоим около деревни Зименка. Это вид на одно из Мазурских озер, озеро Ягодное. И вот мы на этом озере Ягодное, посередине прям озера. Сильный, крепкий, хороший бриз. Мы стоим 4 пароходами, зашвартовались. Ну, собираемся выпить по рюмочке, потому что мы можем себе это позволить. Наш путь 15 километров мы прошли. Следующие 15 километров пойдут, видимо, живее. Судя по тому, для чего мы здесь собрались. Но мы стоим в экомарине города Гижицка. И экомарина хороша тем не то, что мы здесь встали, а хороша тем, что здесь можно в условиях закончившихся денег. Илья, отойди в сторону, потому что перекрываешь кадр, да. Можно, в принципе, наловить себе на еду. Вот примерно так, как делает этот молодой человек. Он приблудился к нам вчера, вот этот молодой человек. Очень-очень хочется есть. Да, хочется. По-русски, кстати, говорит, на польской территории. Ну, такой своеобразный молодой человек. Акватория Мазурских озер замечательна не только тем, что можно увидеть просторы, яхты, берега, облака и даже велосипеды на борту. И даже женщин, стоящих с бокалами. Но кроме женщин, стоящих с бокалами, и женщин, стоящих за рулем, можно иногда увидеть и мужчин в весьма экзотических позах, лежащих прямо на корме, но не женской, а яхтенной корме. Вот так они примерно и лежат. Мужчины лежат, и все у них хорошо. Мазурские озера, что за мужики? Кормовые. Мы находимся на озере Негочин, недалеко от города Гижицка. Большое озеро, я сделаю такую панораму круговую. Покажу, как сегодня пусто, тихо, чисто и спокойно. Мы идем несколькими катерами. Вот впереди нас идет одна наутика, на котором гибли. А мы здесь большим трудовым коллективом, отдыхающим от трудовых будней, предаемся солнечным ваннам и рассказам друг другу про всякие истории. Вот так это, да, Киев, вот опять же, скоро уже будет и портвейн. Вот такое озеро Негочин, круговую панораму которого вы видите на своих экранах. Мы стоим, но некоторые стоят, а некоторые плавают под водой прямо. Мы стоим на озере Негочин, недалеко от Гижицка. Мы пристали вот к такому острову. Вот, островок такой, ну, совсем небольшой, 300 метров, наверное, в длину. И озеро Негочин, вот там вдали видно Гижицка, вон оно Гижицка. А мы стоим в количестве 4 пароходов, прибежавшись друг к другу. Мы решили выпить пиво. Сегодня день пограничника, российского пограничника. Вот. А мы находимся на территории Польши. Вот. И отдыхаем, получая большое удовольствие от замечательной природы, от замечательной погоды и от отличного настроения. Полный штиль, спокойный абсолютно воду. Вот. Так что, получив такое удовольствие, естественно, не хочется никуда идти, но вот некоторым хочется поихтяндрить, поплавать и половить рыбу. Вполне возможно, кстати, что поймает. На удочку точно ловил. Может быть, и так наловит. Никто его не ест. Есть ананас буржуй. Помнишь это? Абсолютно экстремальная съемка. Мы идем в жуткий лес. Это озеро Бельдяны на Мазурах.
Вот показываю видимость. Если вы что-то можете видеть, в отличие от капитана. Я все вижу. Да, вот капитан видит все. Вон буёк красный. Есть некоторые затруднения с видимостью у зрителей. Вон поперек, он катер уходит. Вот мы сейчас уже входим. Примерно так. Сейчас мы уже подходим где-то совсем. Мы да. Входим сейчас к Марине. Вот буквально вот она опять цифру букву. Мы проходим шлюзование в шлюзе Гузянка на озере Бельдяны. Вот нас здесь напихалось в эту ванночку до хрена плавсрез. Наше самое большое, 13-метровое, яхточка. Ну и еще вот барракуды встали здесь с Илюхой. Мы пришли оттуда и поднимаем сейчас на 2 метра почти по сравнению с тем, что с уровнем, который был там. Ну и в принципе шлюзование подходит к своему концу уже. Вода сейчас достигнет уровня, вот вы видите верхний уровень воды, какой здесь будет. И после этого мы пойдем вот в следующее озеро. Разница воды здесь, как видите, 1.5 метра, даже 2, наверное, метра. Свои съемки происходят, все получают полное удовольствие от шлюзования. Это сегодня 31 мая, абсолютная тишина, последний день весны. Мы проходим, по окрестностям ручья Нида. Окрестности такие абсолютно умиротворенные, тихие и спокойные. Здесь очень симпатично выглядит все. Выглядит яхтинг. Яхточка такая идет по Марине. Здесь очень тихая вода. И ручанье Нида — это начало заповедного озера, которое называется озеро Нидское. Вот. И виды, которые здесь нравятся. Вот посмотрите, этот лес впереди. Вот сосновый лес просто. Идет и спуск такой. Очень красивый. Ну и здесь есть еще также и домишки, симпатичные виллы, которые стоят на берегу. Вот одну из этих больших вилл мы вчера осмотрели, вот эта вилла. Вот, отличная вилла, продается, сколько мы не знаем. Вот, но вилла с видом на воду, он такой тихо спокойное озеро, конечно, производит достойное впечатление. Итак, это ручанье Нида, конкретно мы находимся стороны Ниды. Ручание будет у нас немножко впереди. Мы... Это продолжение небольшого ролика про ручание Нида. Озеро Нидское. Уже после шлюза Гузянка мы подходим к шлюзу Гузянка. Это вид на берега. Берега нас потрясают тем, что это сосна в основном, хотя есть и лиственные деревья. Сосна и очень чистый такой бережочек. Здесь есть просто... Здесь есть просто пляжки, а есть вот такие марины. Вот стоит марина одна, вот если посмотреть туда вдаль, там марина следующая. Вот этот правый берег. Правый берег тоже, посмотрите, какой чистый лес. Абсолютно чистый лес для гуляния. Прям как поля для гольфа выглядит отсюда. Странно, что у них нет полей для гольфа, я не видел. Где-то есть в районе Миколаевки поля для гольфа. Летний период можно играть. Да, да, да. Вот озеро Нидское. Продолжаем движение по Нидскому озеру в сторону шлюза Гузянка. Это я показываю отельчик. И он не один. Вот стоит один отель. До шлюза примерно 1 километр отсюда. И покой. Это вниз, да, от шлюза. И вот есть еще какая-то пристань такая тихая и укромная. Здесь есть. Здесь есть туалеты, да. Души. Есть души. Вот, здесь абсолютно тихое место, потому что оно находится в заводе, ничего не продувается. И до города здесь идти пешком, я думаю, что примерно, ну, может быть, 800 метров километр от силы, потому что вот вход в канал, над которым проходят мосты. Сначала железнодорожный, а потом будет автомобильный. Ну, там лебеди, вы видите, стоите. Да. Сейчас я попробую навести на лебедя. Вот его видно в кадре, лебедя. Озеро Нидское. Ручанье Нида. Теперь уже вид со стороны. Вид с воды непосредственно на ручанье.
Ниду я показывал. Это Ручание. Это Маринка, милая Маринка. Там виден какой-то концертный комплекс, где летом, видимо, идут концерты. А это милая Маринка. Вот до шлюза остается совсем немножко. Это Марина, в которой приятно запарковаться, а самое главное, что прямо в 200-300 метрах, наверное, от этой Марины находится длинная городская улочка, ну, городская так условно, поселковая улочка, где много ресторанчиков и таверн. Мы находимся в шлюзе Гузянка, впереди стоит гном, и тут Лена снимает, как обычно. Вот, это звуки, которые вы сейчас слышали, это отвалился кардан у яхты. Вот следующая яхта идет Беляев. Вот этот под рулькой подруливается. И четвертый наш пароход ходит Илья. Вот сейчас мы все встаем в шлюз и будем готовиться к шлюзованию. Сам момент шлюзования я, естественно, покажу. А там впереди, вот отсюда плохо видно, там впереди стоит точно такая же Европа, как у нас. И ждет шлюзование. Ну вот мы вяжемся, сейчас мы будем вязаться к берегу, точнее к веревкам, которые тут есть. Вот так все происходит. Пошла вода сливаться, вот шум воды уже слышен, вот, и вода начинает потихонечку уходить из нашего корыта, те ворота задние закрыты, и мы начинаем потихоньку опускаться. Вот уровень воды в оригинале был вот такой. Сейчас мы уже, да, Сань, там подснимай уже, чтобы мы не повисли, да, подснимай и просто держи лучше, ага, вот так, ну и уровень воды потихоньку опускается, стоят зрители, смотрят на нас, чего с нами происходит. Сейчас мы выровняем уровень воды с тем нижним озером и будем отходить, вот так все стоят, держат. Открытие, да, настоящий. Впереди стоит настоящий аист. Вот там слева, прям слева по ходу. Или цапля, да, вот она стоит. Это либо жирафа. Ох, ее плохо видно, но тем не менее. Открылись ворота, и мы сейчас смело стартанем. Мы прошли шлюз, и я показываю уже озеро Бельдяны при подходе к этому шлюзу. Здесь много всяких домиков, симпатичных тоже маринок. Самая крутая маринка здесь считается вот эта, хотя выглядит более интересно та, которую я только что показал. Вот это ВАЗа польского Центробанка. Там отличные домики и отличные номера. Они все расписаны на сезон вперед. Сезон начнется буквально через неделю, с 9-10 июня. А это маринка. Такая маринка, где можно припарковаться. Вот видны парковки. Вот. Видно, как наша собачка интересуется польским Центробанком. Ну, они все так интересуются польским Центробанком. Вот. Ну и это вперед, на север я показываю виды. Яхты очень быстро пытаются прорваться, потому что сейчас горит зеленый цвет шлюза, он только что открылся, только что выписал нас. Вот они пытаются туда зайти и успеть. Вот. Но мы следуем дальше в озеро Снярь.